лету в 8 веке до нашей эры Ашурбанипал, король Ассирии, создал библиотеку в своем дворце в Ниневии в Месопотамии. Ашурбанипал был первым человеком в истории, который ввел библиотечное дело как профессию. 3. Мы знаем по крайней мере одного хранителя книг, который был нанят для наблюдения за тысячами табличек на шумерских и вавилонских материалах, включая литературные тексты, истории, приметы, астрономические расчеты, математические таблицы, грамматические и лингвистические таблицы, словари и коммерческие записи и законы. 4-5. Все эти планшеты были каталогизированы и расположены в логическом порядке по субъектам или типам, каждый из которых имел идентификационную бирку. 3. Великая Александрийская библиотека, созданная Птолемеем и после смерти Александра Великого в 323 году до нашей эры, была создана для размещения всей греческой литературы. 6. Он был известен своими знаменитыми библиотекарями Димитрием, Зенодотом, Иратосфеном, Аполлонием, Аристофаном, Аристархом и Каллимахом. 3. Эти ученые внесли свой вклад